Благотворительность во время шопинга. В Иванове открылся необычный магазин «Добра Хэнд». Здесь можно приобрести качественную и недорогую одежду. А главное, вырученные средства идут на помощь нуждающимся. Проект существует уже не один год в нескольких городах России. Проект начался в Москве и имел маленький магазинчик «Charity Shop». Потом, когда мы поняли, что вещей дают много, радуются, что есть возможность их отдать, а не выбросить на помойку, где они будут просто бездарно гнить. Пришла идея, что это можно превратить именно в социальный проект и приносить этим пользу. Всю одежду приносят сюда обычные жители, работают по модели секонд-хенда. Многие вещи почти новые, выбрасывать еще рано. Ценник весьма демократичный, позволить себе одеться здесь может каждый, в том числе люди со скромным достатком. Чтобы выглядеть модно, вовсе не нужно тратить много денег. Опытный стилист провел гостям лекцию и небольшой мастер-класс по стилю. Мы будем говорить о трендах осени. То есть это будет рассматриваться как осень, так и зима 2018-2019 года. Мы будем говорить именно о том, что можно модно в одежде, в макияже, в прическе. И, конечно же, я буду помогать людям именно рассказывать, как правильно сочетать одежду, как правильно сочетать цвета для того, чтобы после нашего мероприятия им было проще пройтись по нашему магазину и уже для себя что-то присмотреть. Для социально незащищенных групп населения предусмотрены дополнительные льготы. Многодетные семьи могут получить купон на 2000 рублей и обменять его на рубашки, брюки, обувь или верхнюю одежду. Двери Добра Хэнда открыты для всех желающих. Деньги с каждой покупки идут в фонд «Второе дыхание», который помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.